30 января в спорткомплексе «Борисоглебский» состоялся предварительный групповой этап студенческой мини-футбольной лиги Московской области. Команда «Радость» представляла Раменский дорожно-строительный техникум. Ее соперниками стали команды из Бронец, Коломны и Реутова. Очень интересное мероприятие. Это областные соревнования по мини-футболу. Нравятся они мне тем, что они очень объединяют всю Московскую область, дают возможность поиграть в разных залах, в хороших залах, дают возможность ребятам попробовать себя, пообщаться с другими командами, посмотреть, как играют и как готовятся другие команды. Это очень здорово. Ограниченное пространство полностью меняет тактику игры, а ограниченное количество игроков подразумевает, что любой игрок участвует как в атаке, так и в обороне. В этом и заключается главное отличие мини-футбола от простого футбола. Студенческий мини-футбол – один из самых популярных видов спорта в учебных организациях. Он позволяет молодым людям поддерживать физическую форму, развивать коммуникативные навыки и учит работать в команде. Лучшие ученики по физической культуре попадают в команды по мини-футболу и принимают участие в соревнованиях по этому виду спорта. Турнир выдался интересным и напряженным. Игроки из Раменского дорожно-строительного техникума уступили победу команде Государственного социально-гуманитарного университета из Коломны. Андрей Пластунов, Екатерина Морозова, Андрей Минкин, Раменское телевидение.